В целях предупреждения распространения коронавируса Российское министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта. Что касается Магадана, то развлекательные центры, осуществляющие кинопрокат, о закрытии не объявляют. По словам исполняющего обязанности директора кинотеатра «Горняк» Вадима Мельникова, работа учреждения регламентируется постановлением мэрии Магадана о введении ограничительных мероприятий. В частности, городские власти до 1 мая приостановили проведение в Магадане встреч, торжеств и праздников с числом участников более 30 человек одновременно. Продажи билетов на отдельные сеансы осуществляют в ограниченном режиме. Также выполняют все меры, рекомендованные мэрией Магадана, для предупреждения распространения вирусной инфекции.